Готовится проект и параллельно ведется строительство участка Городис Джабраил Зангилан Ахбенд на азербайджанской стороне Зангизурского транспортного коридора, обеспечивающего выход в Нахчеванскую автономную республику. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Хидаят Рустамов. По его словам, строительство автомагистрали планируется завершить в 2024 году. Протяженность дороги, которая будет составлять из 4-6 полос, составит около 124 километров.